вот в этом доме живу, очень плохо. Так, надо вставать очень рано, умыться, потому что 8 часов воды нет. Все. Вот. И вечером дадут, может быть, часов 9 тоже помыться. И вот такая жизнь сейчас, очень плохо. Как дальше мы будем? Не всегда дают как положено. Ну, иногда чуть позже, чуть раньше отключают. Ну, мы как-то уже ориентируемся, что должны вот дать, и включаем уже, стараемся, ждем. Вода очень такая желтая какая-то, ну вот, которая с крана течет, желтая, не нравится эта вода. Пьем только фильтрованную, а так, ну, единственное, постирать, по-моему. Конечно, создает неудобства. Ничего не успеваем, все вот это стоит, ну, как бы, очень неудобно, некомфортно, привыкли всегда, вода есть. Рыжая вода идет все-таки, мы ее фильтруем, все, осадок остается и в банке, и в емкостях, куда мы набираем, все равно остается осадок рыжий. Не успеваем вообще ничего делать. Целый день накапливается вода, ну, работа, везде, ну, дети приходят грязные, каждый день надо стирать. Естественно, это проблема глобальная. Вода очень плохая, грязная, во-первых. Ну, покупаем. Только в технических целях используем. Так мы покупаем воду. Вода ужасная, то есть ее употреблять нельзя. То есть визуально даже. Она анализ, это брехня полная. Что там они говорят, соответствуют требованиям, ничего подобного. Для себя, для внуков там это, покупаем воду, да, в основном такую чаще. Или берем, отстаиваем, там, чтобы она отстоялась, по крайней мере, тогда используем для пищи, для приготовления пищи. А так, конечно, сразу никто ее не пьет, я не пью. Перекись водорода добавляю специально, чтобы немножко нейтрализовать это дело, потому что не уверены, что нам подают. Емкости в этих бочках. То есть я покупаю либо бутилированное покупное, либо вот из аппарата. Вот. Закупаем, да, иногда в магазинах просто тоже нет воды, нет баклажек, нет в аппаратах воды. Ребенок ходит, приходит с пустыми баклажками, потому что он пустой. То есть, видимо, перебирают люди и все. В этих емкостях техническая вода. Она предназначена там смывать туалет, помыть полы, там что-то такое. Но ни в коем случае не пищу готовить и не пить. Не совсем понимаю, откуда она и какого качества. Нет, не брали, нет, не пользовались, и, наверное, не будем. Все равно даже для, ну, каких-то необходимостей мы набираем предварительно воду. Такого, чтобы с ведром ходить через весь район, наверное, нет, такого не будет. А для питья отдельно покупаем воду, конечно. Экономии по большому счету нет. Мы же набираем баклажки, мы набираем, там, не знаю, казаны, тазики. Вот, допустим, у меня семья, у меня 4 человека. Ну, я же, если бы я одна жила, возможно, это была бы какая-то экономия. А если все дома в выходной день? Кто-то, может быть, численность семьи, может быть, больше. Все равно ванну набирает человек. Сколько бы, потом выливает ее. Это же какая-то экономия. Я не скажу, что это экономия. Никакой экономии нет.